Привет! С вами король Ютуба, и сегодня мы будем смотреть смешные видео про хомяка. Смотрите, ой! Не смогли. Не думайте, что это живодерство. Да, но это просто ради веселья, и он не разобьется так, как он с двух, блин, метров падал. Не подумайте, что мы какие-то живодеры. Вот, видите, он туда упал, блин. Это мягко для него. Вот, смотрите, смотрите. Очень. Давайте, смотрите еще. Давайте сделаем челлендж. Знаете какой? Кто поймает хомяка? Да, кстати. Кто вот не поймает хомяка, будет есть хомячий корм. Окей. Да. Все, у нас начинается челлендж. Юля, держи камеру. Держи камеру. Юля, держи камеру. Итак, у нас будет челлендж. Кто поймает фломастер? Давайте. Итак. Ты где? Скажи, чтобы он нашелся. Стой, дай-ка. Да, все, Юля, он сейчас вырубит. Давай. Он снимает нас. Да, нас. Да, все, да, пускай, все, пускай так стоит. Он даже не тебя не видит. Пускай. Итак, давайте ловить фломастер. Все, Юля, отпускай хомяка. Все, давай. Знал. Давай. Юля, ешь! Нет, так нельзя кидать. Раз, два, три. Видишь? Поймал. Тогда вот так. Юля, ты отвлеклась. Ешь. Давай. Хомяк убежал. Что предпочитаешь есть? Семечко, зернышко или такой штучкой? Я сама выберу. Нет, я сама, пожалуй, выберу. Челлендж. Юли ест хомячий корм. Покажи мне. Вот, смотрите, хомячий корм. Выбираю. Семечко? Что попадется? О, ешь эти. Нет. Семечки, да я не там их. Давай ешь. У нас челлендж. Не матерись, мы на Ютуб будем это видео выкладывать. Ешь, давай. Это не жареные. Да ешь ты. Ты съел? Я на тебя кричу. Так, видите, Юля съела семечко. Следующий будет у меня. Итак, ты кидай мне. А? Потом пересмотри. Вкусные? Дай покажи, какие там есть. Вот какие. Блин. Снимай меня, как я ем. Стой, а ты что ешь? Семь. А, вот. Гемарё, друзья! Кто-то будет пробовать вот эти какашки. Длинные. Челлендж! Жуй. Прожевал. Слышь, ты положил её. А, нет, это шкурку. 75 рублей стоит она. Где? Я кидаю тебе. Ой, какие же они невкусные, эти семечки. Поправьте кровать. У нас этот, Ютуб. Да, Юля, ешь. Снимай. Снимаю. Он меня заставил. Это челлендж. Заставляют, да? Ешь эту зернышко, оно вкуснее. Ешь.
Юля, Юль, дай попробовать. Раз, ну, Юль, ну, нет, давай. Потом. Ну, почему такое попробовать? Она прикольно выглядит. Пахнет не очень. Снимай меня. Ешь. Полностью ешь. Полностью засунь в рот и пососи. Юля, ешь. Засунь ты себе в рот. А, Юля. Ну, в принципе, она нормальная так. Ну, ешь, давай тогда. Вкусно. Не тут тебя смотрят. Следующий. Давайте продолжим. Наш челлендж. Итак, продолжаем наш челлендж. Есть! А, нет! Вкусная была штука? Да. Что ты делаешь? Что-то ехать. Это приятно? Безвкусное. Да. Да. Следующий ты будешь вот это. Нет, ты. Ужас. Ужас, ты серьезно попробовал? Она трава обычная. Все, Саша. Давайте дальше. Фигня какую-то ем. Фигня какая-то ем. Нет, ну я, в принципе, могла бы, знаешь, что попросить Антону. Вот это вкусная штука, какашка. Юля! Стой. Все, Юля, ты ешь. Нет, стой, постой. Да. Тебя не видно. Смотрите на меня. Она ей не надо. Стой. Видно? Да, вот так вот. Так. Юля, да. На, ешь? Бери, бери. Нет, камеру достанем бери. Вот это. Да камеру бери. Да все, на. Камеру возьми. Я потом возьму, на, ешь. Камеру возьми. Юля ест. Все уронил. На. Вот это самая вкусная штука. Трава. Солененькая потом. Только? Вкусная? Почти. Говно какое-то. Может, они едят свои какашки? Не настолько не бесстрашно. У меня в детстве был. Сразу, блин, а? Неприятно. Бьется фигня. Много раз делал. Последний раз? Еще раз. Витя! Я в детстве лазил, потом пальцем. Нет. Ага. Я тоже. Угу. Ну, меня не видно. Да, Юра, все. Вот так. Да, блин. И тут значочек и там линия. Вот. Так. Патроны открытые. О, ее! О, ее, детка, да. Интересно, да давай. Что там и как? Юля, нет, нет, ты отбил, нет, ты отбил, нет, ешь, ешь, нет, ты отбил, нет, ты отбил.